закон 44-й принят в 2013 году. За это время цены на лекарственные препараты выросли на порядок. У нас сумма по 44-му закону, покупка, закупка у единственного поставщика, это не должна превышать 200 тысяч. Ну, наверное, вы многие сталкиваетесь, когда обращаются к вам избиратели, особенно онкобольные, и нужно срочно покупать препарат, который превышает эти 200 тысяч, но у нас есть по 44-му закону процедура, когда нужно объявить конкурс, и это проходит месяц-два, а онкобольные, это не ОРЗ, ждать он не может. Поэтому мы предлагаем внести в 44-й закон, увеличить эту сумму до 600 тысяч.